Всем привет! С вами швейный блокнот. И сегодня у меня снова вязаная вещь. У меня прекрасный кардиган. И растянулся очень сильно в длину. И это очень сильно мешает. Хочу ходить в красивом кардигане нужной длины. Я попытаюсь уменьшить его. Конечно, перевязывать. Вязала я его снизу. Перевязывать его весь не буду. Я попытаюсь уменьшить длину. Я просто отрежу 30 сантиметров лишних. Резать я буду стараться по одной из ниток. Вот здесь я сделаю такой саркас в виде сантиметра. С этим краем я буду делать, потому что он вязался вообще поперек. Но я буду думать, в любом случае мне такая длина не нужна. И я его вот так разрежу. Режу я по одной нитке. То есть один ряд я полностью вырежу. Вот, петли у меня большие, мне было удобно, я видела хорошо. Вот эта проблема больше меня волнует. Вот, смотрите, я отрезала. Я отрезала. Так как ниток-то у меня уже таких нет. Сейчас я распущу отрезанный край. Из него я буду вязать резинку. Мне надо распустить, смотать в клубочек, чтобы мне было удобно. Все, на этом закончим распускание.